Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гостья на канале, которая все расскажет про себя и вообще про всех. Обязательно. Давайте, как зовут, рассказывайте. Меня зовут Оля. Оля. Откуда Оля? Оля из Украины, из Днепропетровска. Да вы что? Ну как там вообще? Замечательно. Растет город, процветает. А как давно вы оттуда? 8,5 лет уже. Да вы что? Приехали. То есть вы вообще школьница, что ли, была? 19 лет. Ой, тебе было маленько. А как вы сюда попали? Я сначала приехала по J-1 визе. Это work and travel? Нет, это au-pair. Au-pair, то есть, да, есть такая разновидность. То есть вы должны были компаньонкой быть, как кому-то. Да, я должна была жить в семье, смотреть за детками, а по вечерам ходить в колледж. А еще и учиться надо? Да, семья должна оплачивать учебу. Чему учились? Можно было выбирать несколько предметов, также английский. Так, а где это было географически? Географически это была Атланта, Джорджия. Как там вообще? Мне очень нравится, потому что там климат более такой, можно сказать, влажный, чаще дожди идут, более зеленое все. Правда? А не жарко? Ну, примерно так же, как и здесь. Ну, больше влажность воздуха. Хорошо. Я так боюсь ошибиться, но предположу, что вы там приехали и, глядишь, и замуж вышли. Нет, замуж я вышла уже здесь. В Калифорнии? Да, я поменяла семью, приехала в Беркли. Так. Пожила в Беркли, встречалась со своим мужем. Тоже АПР? Да. Так. А муж русскоговорящий? Да. А где вы его нашли? Мы познакомились... Девчонки, внимание! Так. В Сан-Франциско мы познакомились в церкви. Я пошла посмотреть, что же за церковь на Гири находится. Есть там такая, да? Да. Причем мне посоветовала американка, говорит, как это, ты русская девушка и еще не была в русской церкви. Да. Я говорю, ну я не сильно религиозная, да. Но ради интереса пойду действительно, посмотрю. Действительно, да, да. Да. А когда мы приехали про эту церковь, говорили, что это филиал КГБ. Да, да, что там все так вот. Все. Ну, я не знаю, я в КГБ не служил, поэтому точно не скажу. Да. Но вот слухи такие были. Хорошо, интересно. Хорошо, давайте дальше. Значит, встретили мужа, это как давно было? Вот 8 лет назад, получается. Встретили, и что, да. Сразу любовь, морковь, выходи, говорит, замуж там? Мы повстречались с ним, конечно, а потом, да, любовь, морковь. Я говорю, мне нужно уезжать уже, он говорит, не уезжай. Так, а он уже тут был гражданин? Нет, у него была грин-карта, и мы расписались и ждали, пока он получит гражданство, и потом... Долго ждали-то? Долго. То есть он не сильно далеко был в процессе? Нет, не сильно далеко. То есть вы какое-то время жили фактически без права на работу? Абсолютно, да. А как давно получили право на работу? В 2016 году. Так. То есть... Вы успели за это время завершить какое-нибудь образование формальное? Там бакалавр какой-нибудь получить? В Украине я успела закончить колледж. Днепропетровский машиностроительный колледж при Днепропетровском государственном университете. Я сейчас пытаюсь сообразить. Это среднее специальное образование? Это среднее специальное. То есть, еще раз, вы техник по какой части? Я инженер-механик. Mechanical engineering. Специальность mechanical engineering. Okay. Да. Ну, хорошо. Но вам не удалось по специальности поработать? Нет. Хорошо. Так, семейное положение ваше? Деток нет пока? Есть. Ой. А, вот же, вот, да, я видел этого разбойника. Значит, он у нас, друзья, ушел со шлемом красивым. Это и самый шахтер Донецк, да? Да. Рыжий такой. Да, да, вот мальчик влюбился в этот шлем, все, мы поняли, что это прямо по назначению. Вот, хорошие люди принесли, а еще хорошие забрали. Так, ему сколько лет? 4, да? 5? 7,5 уже. Уже второклассник. Друзья, чужие дети так быстро растут вообще. Второклассник. Американский второклассник. Да. Ой, прикольно, прикольно. Так, а где вы живете-то? Я живу в Сан-Рамоне. Ну, это не близко. Далеко я езжу к вам. Так, а как вы вообще к нам попали? Знаете, я к вам собиралась еще с момента, как я только получила work authorization. То есть 2,5 года назад, там где-то 2? Да. Так. Не, даже позже, 3. Я получила в конце... Дело в том, что я work authorization получила в 2015 году, а в 2016 году я уже получила грин-карту. Так я к вам собираюсь с момента work authorization, с 2015 года. Так где же вы эти 3 года были? Я пришла на экзамен. К нам? К вам, да. Так. Сдала его. Так. Успешно? Успешно, да. Так. Сдала успешно.
И потом я почему-то подумала, что мне очень сложно будет совмещать ребенка и поездки сюда, так как в Америке дети ходят на продленку с 5 лет, то есть с kindergarten. Да. А мой ребенок был еще на тот момент младше, чем возраст kindergarten. И мне будет сложно просить кого-то остаться с ним, посидеть, бэбиситер. Это будет очень накладно. И также у него есть бабушка, но бабушка плохо себя чувствовала в тот момент. Поэтому, Бабушка со стороны папы. да, и я так поняла, что это будет очень сложно куда-то ребенка пристраивать. Вот так как он со школы приходил в 3 часа, он у меня очень рано, с 3 лет он до 3 ходил в школу. И так как продленки нет в этом возрасте, я подумала, что сложно, нужно будет подождать, когда он уже начнет школу. И Понял. То есть вы собирались и как да. бы мысленно настраивались. Да. Хорошо. А вы какую-то фразу такую произнесли грозную, что я все расскажу, как вот почему не хочу быть программистом там, или муж программиста пихает, или что? Нет, Так. я в этом году отработала контракт на позиции UI developer, то есть это user Интерфейс. interface А developer, каким да. образом вы были готовы выполнять такую работу? В прошлом году Да. я сама начала готовиться и решила, что почему бы нет? Почему Почему бы бы не не почему дерзнуть? бы не в программисты, да. Да. И готовились вы как? Муж научил? Нет, сама. Что сама? И Прям сама готов. сказала, я знаю, как готовиться. Да, разработала план, написала себе резюме и подавала. Сходила на интервью в PayPal, Так. провалила с треском интервью, Так. пошла на интервью в компанию Visa и прошла интервью. International. Вот это вот виза, Visa, да, Hostess. кредиткартная. Да. Я здесь. А что платят начинающему UI этому девелоперу? Ну, дело в том, что я-то не была начинающим. Понимаю. Ну сколько вот вам? Я была контрактор, Да. я работала через агентство, через рекрутерское Естественно, агентство. естественно. Мне платили $35 в час. И я представляю себе, как зрители вот нас смотрят и говорят, и что ж ты такие вы... Вот оказалось партнер компьютер школ. Дело в том, что Сколько работ проработала? 3 месяца. Это контракт был 3 месяца? Нет, контракт был 6 месяцев, но я ушла раньше, потому То что есть было очень сложно. в чем сложность, скажите? Сложность, во-первых, вы знаете пробки Бэйри. И как А, доехать тяжело. да, я вам сказала, что я далеко живу. Ну, относительно, да. Да, мне по пробкам 2 часа до дома ехать. А без пробки 40 минут. Ну, без пробки не бывает, так Ну как да. рабочее время я работала как бы. Ну, я просто соображаю, что отсюда все равно на 40 минут больше не надо. Да, но Да. утром и вечером Два это часа. гораздо, да. Один раз я пересекала Сан-Матео мост, Да. который, ну, сколько, 5-7 минут Да. пересекать, я 48 минут его пересекала по пробкам. Однажды я опоздала забрать ребенка с продленки, чтобы вы знали, каждая просроченная минута это $8. Одна минута. Одна минута То 8 есть, долларов. подождите, если вы просрочили час, то это 480 долларов? Абсолютно. Реально так? Да. Некоторые 5 берут, некоторые 8. То есть специально все сделано, чтобы не опаздывали? Да. Если забираешь после 6:30, Угу. штраф за каждую минуту. Хорошо. Поэтому я понял. То есть сложность была не в том, чтобы работать по этой специальности, а в том, чтобы добраться до того места, где работают. Да. И к тому же, так как я новичок, а позиция у меня была абсолютно для опытного специалиста, мне нужно было Так. брать работу домой. Ага. Со всеми добираниями. Пока я сделаю с ребенком уроки, кушать приготовлю, пока уложу спать, уже поздно. И я работу свою заканчивала, то, что мне нужно делать, то, что я не успевала в рабочее время, я заканчивала в 3 часа ночи, а потом в 7 утра на работу. А вот такой вопрос. Все-таки Сан-Рамон, вы сказали, да? Да. Но там же есть что-то поближе. Там есть какой-нибудь Плезантон, там есть Волнот Крик, там в конце концов можно на общественном транспорте, там не так сложно до Сан-Франциско доехать, да, там на электричке. Это один вопрос. Второй, ну, может быть. Да, а что с QA-то будет? Ну вот вы живете в Сан-Рамоне, дальше вы начнете работать в QA. И все те же вопросы будут. Ну, ребенок, правда, постарше, может быть, чуть старше, но в общем-то, в общем и в целом, как вы по пробкам-то будете?
Буду стараться. По крайней мере, смотрите, когда я девелопером работала, мне приходилось раньше 5 уходить с работы, чтобы успеть. Куда? Домой, и за ребенком в школу. Потому что у меня ребенок даже в школе не совсем в Сан-Рамон ходит, он мне ходит в Денвере. Да. То есть это еще экстра 15 минут от моего дома. Угу. А сейчас чего? Вот, допустим, завтра вас берут на работу тестировать. И вот где-нибудь, я не знаю, там, ну, в Mountain View. Да. Вот тут через дорогу. И как вы будете доезжать и вообще? Ну, доезжать это одно дело, но другой вопрос в том, что я буду лучше справляться, я считаю, что мне не нужно будет до 3 часов ночи сидеть с работой. А вот, ну это правда, это я соглашусь. А вот муж, он как далеко от дома работает? Ну мы уже развелись, поэтому... Вот это вы не говорили? А ну хорошо, а работал? Он тоже жил в Денвере? Он работает трак-драйвером, поэтому мы его очень редко видим. Не программист? Нет. Ну хорошо. А что вас держит специфически в Сан-Рамоне? У вас там жилье приобретенное, спасибо. Или еще что-то? Меня держит очень хорошая школа, в которой ходит мой ребенок. В Денвере? Да. У меня ребенок на специальном образовании. Так. Называется Special Education. Так. Его в три года диагностировали как задержки речевого развития. Так. И дефицит внимания и гиперактивность. Поэтому он ходит на особенную программу. Ничего такого не могу сказать, совершенно нормальный мальчик. Ну, это очень сложно человеку, который академически не учитель детей, да, и не знает детскую программу, которую нужно в школе выполнять. Да. То есть это очень сложно сказать. Базовый язык, конечно, есть, но то, что дети во втором классе уже должны делать по требованиям, мой ребенок немножко отстает. Ну, я просто в том смысле, что вот так в живом общении совершенно нормальный мальчишка, хороший. Да, так сложно сказать с первого раза. Угу. Хорошо. Но академически, да. Другое дело, что, конечно, вы можете, может быть, не сразу, там, не с первого дня, но немножко, если опыта поднаберетесь, вы можете быть более переборчивы и искать работу уже где-нибудь возле дома, или так, что вы, допустим, там 2 дня в офисе, 3 дня дома. То есть такое тоже есть, но это с опытом приходит. Да, абсолютно. Я просто переживаю вот за эту вашу историю с девелопментом, что как-то вы могли бы летать, так сказать, на большей высоте. Ну, может, вы еще и подлетите там. На автоматическое тестирование для начала, да. Хорошо. А так вы там кодировали или на каком языке писали? Ванила JavaScript, чистый JavaScript. И фреймворк React. Ну что же. Ну, хорошо, ладно. Давайте про Америку теперь. Давайте. Вот скажите людям, можно ли так, вот как тут вообще жить-то? Такая дороговизна, пробки, что тут еще бывает, козлы со всех сторон, government поубывав бы там. Ну вот как мы живем вообще? Ну не тянет ведь обратно. Вы знаете, когда я езжу обратно, очень тянет. Не понял, когда вы... Когда езжу в гости домой. Приезжаете или до того, как приехали? Нет, приезжаю, когда хочется остаться, не хочется обратно. В эти пробки, в эти проблемы. Так как очень, конечно, хочется написать жалобу. Вот в government, как вы говорите. Да. По поводу дорог и по поводу пробок. Общественный транспорт абсолютно не развит. Не развит. Мне с Сан-Рамона добраться в Силиконовую долину на общественном транспорте просто невозможно. Я начинаю думать, я, правда, никогда не пользовался общественным транспортом. Тут есть какие-то автобусы, ходят скоростные, есть какие-то электрички, я не знаю, но... Да, вот East Bay ничего не ходит. East Bay, вот, то есть это Конкорд, Walnut Creek, Денвилл. Подождите, но там есть BART, который идет в Сан-Франциско. Да, до Сан-Франциско проблем нет добраться. БАРТ – это метро. Вот там, где вы живете, в Сан-Рамоне. Если бы у вас работа была бы в Сан-Франциско, вы бы проще добирались? Да, абсолютно. Ой, так что же мы обсуждаем? Так у вас все нормально, работаете в Сан-Франциско? Конечно. Да, там полно работы. Да. Так как метро ездит без пробок, за час до Сан-Франциско без проблем добраться. Кроме того, там вся работа в даунтауне, примерно там же, куда метро приходит. Нормально. Хорошо, это можно. Просто вам
немножко такие проблемы роста профессионального. Ну да. Ну хорошо, то есть вам нравится. А вы бывали в других местах в Америке где-нибудь? Вот, ну, кроме Джорджии. Филадельфии, в Пенсильвании. Как там? Вот если сравнить с нами, вот вы бы, если была возможность там жить, вы бы хотели там жить? Вы знаете, мне понравилось то, что там 4 сезона. Так. То есть там, когда идет дождь, и листья падают, осень просто чудесная. Такая же осень, как вот у нас на родине, в России, в Украине, в бывшем Советском Союзе. Хорошо. Ну, у вас там тепленько. Вот я в Москве жил-то. С Днепропетровском не сравнить. 4 сезона-то. У них там 4 сезона. Ну, у нас 4 сезона, снег же идет. Так. Что мне понравилось? Архитектура старинная. Да. Калифорния ведь сравнительно недавно начала отстраиваться. Молодая, молодая, да. Конечно. Даже Нью-Йорк, Бостон, да. Там много такого. Чувствуешь время. Чувствуешь время, чувствуешь большой город, у нас чувствуешь большую деревню. Да. Это есть, да. Также растительность мне очень понравилась, там леса. Вот здесь у нас нет... А вы наш канал смотрите? Некоторые видео ваши смотрю. А что, например, вот вам интересно смотреть? Вот девушка живет 8 лет в Америке, вот что ей интересно бывает? На какую тему? Ваш канал или что, или вообще, что мне интересно смотреть? Нет, на нашем канале что для вас интересно? Если честно, мне больше нравятся образовательные ваши видео. А, там, где вот на школьном канале? Да. А о жизни так вот? Нет, не смотрела, к сожалению. Надо будет, друзья, что-нибудь для молодых девчонок делать там о любви и дружбе. Да, как-то что-то какие-то... Давайте так, вот девчонкам... Друзья, я первый раз, можно сказать, вот, беседую на все эти темы, я не знаю, что человек ответит. Но вот демографически известно, что здесь мальчиков существенно больше, чем девочек. Абсолютно. Можно ли сказать, что здесь девчонкам как бы раздолье? Или это какие-то не те мальчики, или что-нибудь с ними не то, я не знаю. Замечательные мальчики, так. Программисты, образованные, так. Симпатичные. Не нахальничают. Очень хорошо воспитанные, так. Умные, так. Замечательные мальчишки здесь. Это вы про наших русскоязычных говорите, или вообще в целом? Про русскоязычных, да. И в целом. В целом. Неплохой контингент. Нет такого, чтобы там, допустим... Не помогать супруге или там, скажем, не платить за девушку там деньги. Задумывалась. Да, я не знаю, как у них каждой тут, семье по-своему. А говорят, что вот, допустим, когда люди там встречаются просто, да, то как бы каждый за себя платит. Что как возможно, бы у не русских так. У американцев, да. Но честно, я вам скажу, я никогда в жизни не ходила на свидание с американцем. Расскажите, почему? Я не знаю, почему-то дружбу можно завязать, а вот как-то отношения никогда не получается. Ну, на самом деле, это понятно, на самом деле, потому что есть определенный слой, как бы, когда ты из одной культуры там и так далее. Да. Конечно, это все очень понятно. Но просто есть девочки многие, я слышу, они вот говорят, ой, я там с русскими никогда встречаться больше не буду, я вот теперь только с американцами, они такие... заботливые, так вот берут на себя там бытовые хлопоты и так далее. И они не подразумеваются, что жена или там девочка на себя берет вот целую кучу без того, чтобы ей помогли. Да, я тоже слышала такое мнение, но опять же мы начали с того, чтобы пойти на свидание, да. И уже семейная жизнь. То есть встречаться это одно, а уже семейная жизнь это другое. Вот мудрость девочки, кто еще не семейный-то. Да. Разные вещи. И опять же, никогда же не знаешь на моменте встречания, когда ты идешь в ресторан с парнем, ты же не знаешь, какой он будет муж. Да, не путай туризм с эмиграцией. Абсолютно, вот. Конечно. Возможно, когда вы встречаетесь, он замечательный, заботливый, а когда вы уже в браке, он оказывается ленивый, любит с пивком полежать возле телевизора. Кошмар. И больше в ресторан он ходить не хочет. Да, девушку свести в ресторан. Да. Хорошо. Так, я не знаю, насколько это удобно спросить, но вот пока вы там, ну вот уже вроде сами по себе остались, там без мужа, там ребенок, там где-то вы живете, там и так далее, но вы же должны как-то, не знаю, на жизнь зарабатывать, ну вот на что-то же вы должны жить. Как-то же это же должно откуда-то браться. Ну вот я тут только закончила работать, у меня была нормальная зарплата, я вот после контракта сразу к вам. Угу.
пока, так сказать, есть сбережения. Ну, хорошо. А вот квартиру, которую вы снимаете, да, чтобы ходить в эту школу, это съемная квартира? Или вы ее когда-то успели приобрести там? Это квартира, скажем так, съемная. Съемная. Да. Сколько стоит? Это что, one bedroom, two bedroom, что у вас? Да, это двухбедромная съемная такой квартира, стоит 2600, 2500 в нашем районе. Ну, я скажу, вот тут она бы на 1000 дороже бы стоила. Да, так на самом деле и на 1500 бы могло стоить дороже, да. 1400 бы не меньше. Да. То есть понятно, из-за чего вы стоите в трафике, то есть вы экономите 1500. 1500 вы экономите наличкой. Да. Чтобы эти 1500 заплатить, надо, может быть, там 2200 заработать. Конечно. И после налогов останется 1500. Чтобы 2200 заработать и умножить на 12 месяцев, угу. Да, так мы уже имеем тридцатник. Да. Это как бы в год, 30 тысяч в год. Ну, за это приходится вот отстаивать. Ну, да. Могла бы заработать больше и скопить больше, возможно, бы переехала поближе. И как это, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Абсолютно. Хорошо. Сколько вы уже нас учитесь-то? Вот начал 27 ноября. Сравнительно недолго. Можно сказать, что 2 недели сегодня. Да. Так. За 2 недели было что-нибудь сложное для понимания? А то я вот там смотрю, ребята в кафетерии там говорят, сложно. Я думаю, чего сложно, вроде у нас уж проще не бывает. Для меня нет абсолютно ничего. Пока что я все знаю, все понимаю. Так. Особенно HTML, CSS. Я... Могли бы и преподавать уж так между делом. А я преподавала. Я делала вебинары по HTML, CSS. Так. В прошлом году, да. Что, правда? Да. Ну, если хотите, я не знаю, так, для, если плечо раззудится, вот я вас могу к нам в онлайн-класс запустить. Хотите там онлайнчиком что-нибудь рассказать? Абсолютно, я не имею с этим проблем. Если хотите, я вам могу прислать видео моих вебинаров, когда я уже преподавала, рассказывала. Присылайте, мы посмотрим. Они где висят? Они у меня в компьютере висят. А что же не на YouTube где-нибудь? Не знаю, почему-то я... Добро пропадает. Друзья, там, где пропадает добро, там торжествует зло. Так, надо записать. И вот чтобы все знали. HTML и CSS. Хотя, наверное, много видео есть. Я делала эти видео, а у нас была группа девушек, которые готовятся к интервью. И мы друг другу делали такие небольшие вебинары. Мы делали презентации и по ним вебинары. А где вы нашли всех этих девушек? Я записалась в рекрутерское агентство, которое помогает искать работу. Эти девушки тоже искали работу в рекрутерском агентстве. Надо же, как вот, интересно. Ну, хорошо. А вот с точки зрения... Давайте мы вот что сделаем. Вы знаете про лотерею Green Card, например? Да. Может быть, у вас знакомые какие-нибудь есть? А вот этот Шамаевич, да? Ну, он не Green Card. Нет? А как он сюда попал? Политическую биржу. А, я не знаю. Ну, неважно. Вот вы видели там Шамаевич, там... как там этот мем был... Ну, он вот у нас был на канале студент, он там врезался в другую машину, там на спортивную не переключил, там что-то такое вот. Роман его зовут, да? Да. Вот, ну, неважно, есть разные ребята. Вы знаете, сейчас вот подавали люди заявки, кто-то из них выиграет, понимаете? Вот смотрите, видите, у меня стоят, вот у меня пачка здоровенная, друзья, эта пачка пухнет. От интервью к интервью пачка пухнет. Вы видите, что творится. Вот это номера социального страхования маленькие. Угу. Вот эти с красненькой полосочкой, это грин-карты. Я теперь еще вторую завел. Вот у меня теперь еще одна есть. Понимаете, уже в одну коробочку не вмещается. И как лучше подготовиться людям? Вот они планируют. Вот у них осталось, может быть, там, я не знаю, допустим, через год они приедут. Угу. Как подготовиться лучше всего? Чего люди должны знать о том, как в Америке жизнь устроена? Чего они, может быть, не очень знают и не понимают в иллюзиях? Там блогеров смотрят, которые сами ничего не знают. Вот. Я думаю, прежде всего, конечно же, язык максимально выучить и вождение. Это а вождение проблема? Конечно, многие ведь приезжают и не могут водить, или же просто не имеют такого опыта вождения. То есть вы говорите, хотите сказать, не просто права получить, да. А именно потренируйтесь в вождении. Абсолютно. Да. Ну, здесь вождение с инструктором стоит, наверное, долларов 35-40, да? 80. Да вы что? Да. С американцем? С русским. 80? Да. Я помню время, когда за 35 долларов, ну, так машина должна быть с двойным управлением оборудована.
Брали там 35-40 долларов брали. Сейчас 80, так как я... Все дорожает. Маму так. В прошлом году учила водить. Я так. Боялась учить ее водить, когда она приезжала. Она ко мне приезжает по гостевой визе. Так. Иногда, когда работа, учеба помогает ребенку. По полгода она ко мне приезжает. Угу. И... У нее нет проблем с визой, да? Нет, у нее 10-летняя виза, мультивиза. Шикарно. Гостевая. Шикарно. Украинцам дают на 10 лет. На 10 лет сразу. То есть это очень... Чтобы мне приходилось лишний раз оставаться. Да. Да, так уже съездил. Так подождите, мама, вы когда получили грин-карту, вы сказали? В 2016 году. Два года прошло. Да. То есть вы через три года уже можете подавать на гражданство? Ну, так как я с мужем разошлась, да, уже, то не через три года, а через 5 лет. Так грин-карта же есть уже? Грин-карта есть. А, через 5 лет. Ну, мама говорит, вот, получишь гражданство, я к тебе там насовсем приеду. Думаю, что не совсем насовсем, так как у меня отец живет в Украине. Ну, и вместе. Они не разведены. Вместе пусть приедут. Да, я, конечно, хотела, чтобы они вместе приехали, но мне надо иметь хорошую работу, чтобы... Это правда, это правда. Нет, ну, а что вам в вашем возрасте? Вам плохую работу иметь можно только временно? Так надо, конечно, двигаться вперед. Да, к тому так вот, язык я понял. Вождение, кто не умеет водить. Хорошо, это интересно. Дальше. Я просто про язык все время слышу, а про вождение... Обычно никто так не жалуется, поскольку вопрос относительно маленький такой. Ну, так вроде там, как-то пошли, как-то сдали. Все водят. Ну, не совсем маленький, так как здесь хайвей, на которых очень большая скорость. Ой, психологически тяжело. Ой, тяжело выехать на этот хайвей. Ё-моё, первый раз особенно. И кажется, сейчас все тебя только и собьют. Но, с другой стороны, на хайвей ехать проще, чем по улице. Встал себе в эту полосу и чешешь, никто тебя в ней не трогает. Mm-hmm. Вот так вот. А здесь, в основном, люди бьются не на хайвеях, бьются вот тут вокруг дома. Mm-hmm. Там. Хорошо, значит, английский, вождение, еще что-нибудь? Наверное, нужно какие-то еще базовые законы знать. А как знать законы? Ну, посмотреть, что можно здесь, что нельзя. Вот, например, курение. Так. Ведь многие привыкли курить, вышел возле здания, куришь, да, и все. А здесь ведь можно за это получить штраф. А на здании написано ближе 10 футов, там 20 футов, там 6 метров, там не подходить. А он даже не может и не смотреть на эти знаки. Он, да, так с другом заговорился, он вышел и ой. Ну, у меня и видео на эту тему есть, но и помимо mm-hmm. видео, я-то вообще считаю, что это удачный такой повод бросить курить. Да. Потому что здесь курение дорого стоит. Не в смысле того, что ты пачку сигарет там купил за десятку или там сколько не стоит, я не знаю, там 6 долларов, 8. Но в том смысле, что у тебя страховки дороже. Там, и кроме того, статистически известно, что ты будешь жить меньше. Да. И я думаю, что когда мы смотрим на данные по продолжительности жизни, допустим, в США и там с той же, скажем, я не знаю, Украине или там Российской Федерации, и мы видим, что мужчины в США живут там, ну, как бы подольше, существенно, там, не знаю, 10 лет. Не знаю точно, можно сюда пойти посмотреть. Я думаю, что значительная часть этого – это курение. То есть не только, не только, но употребление алкоголя в каких-то количествах. Хотя говорят, что американцы много употребляют, я не вижу, у нас тут как-то вот не видать. Но курение, конечно, конечно, это сказывается, снижает продолжительность жизни и качество жизни. Я думаю, что это повод просто бросить. Если как бы вам повод нужен, вот иммиграция – это хороший повод, бросайте заранее. Да. Так. Также вот базовые законы, давайте пройдемся по примерам. Да. О штрафах на дорогах. Вот проехал он стоп-сигнал, думает, он привык, что там дома быстро там откупился, что-то 3 копейки кинул милиционеру и поехал дальше. Здесь вот стоп-сигнал вам будет стоить где-то больше 500 долларов. Попытка откупиться от полицейского будет стоить намного дороже, чем штраф за проезд на красный свет или на стоп. Хотя это все очень дорогостоящие такие нарушения, превышение скорости. Ну, это понятно. А вот, например, там то, что называется ювенальной юстицией, когда там ребенка могут забрать. Да, абсолютно. Также здесь нельзя, вернемся к курению, нельзя курить, например, в машине, когда у вас ребенок находится. Что, правда? Да, нельзя. Это, я не знал, да, даже. Нельзя курить даже рядом с ребенком. Если вот вы на руках держите ребенка и курите, или же он сидит в машине, вы курите, это запрещено. Уже нарушение. Да, хорошо. Нарушение. А вот с точки зрения вот там нашлепать? Нашлепать, да, если на публике шлепать нельзя.
дома можно? А он пойдет в школу сказать, меня нашлепали? Будет разбирательство, конечно. То есть у вас есть какие-то примеры перед глазами? Вот кого-то вы лично знаете, кто пострадал по этой части как родитель? Когда нашлепали ребенка. Ну, что-то такое сделали, что вот заканчивалось серьезными разборками, или, допустим, там вообще решили родительских прав, или там ребенка куда-то забрали и несколько недель не возвращали, что-нибудь такое. Нет, среди моих знакомых нет таких историй, но я думаю, в медиа, по телевизору, по интернету можно прочесть такие инциденты. Я просто к тому, что это крайне редко, я даже не знаю, это. И, возможно, они делают это как показательную порку, так сказать. Может, у кого-то одного забрать, показать по телевизору, чтобы другие просто не делали. Ну, хорошо. Давайте теперь про ситуацию, как с друзьями тут вообще. Вы знаете, так. Здесь с друзьями-то сложно. А что они? Вот, например, у меня все мамочки, так. Подруги, они все время заняты, они все время в семьях, они очень привязаны к своему мужу, большинство из них, так как большинство из них очень держатся вот за мужей, так как мужчины здесь имеют доход и содержат семью. А сами они чего? Ну, дети маленькие, ведь здесь же проблема, что нету государственных детских садиков. Нет. И мама до 5 лет должна сидеть с ребенком или же платить 1500 за детский сад. Да. То есть, можно сказать, мужчин, которые хорошо зарабатывают, они как бы пользуются особым уважением. Да. А нет такого, что норовят увести мужика хорошего? Ну, я думаю, что это редкое явление. Да. Потому что полно их ходит свободных тоже. Свободных много, да. Зачем уводить, если... Опять же, это же Америка, уведешь. Да. А алименты потом здесь, да. Ведь... Совершенно не тот экономический эффект. Да, вы-то уведете, вы видите мужчину с большим доходом, вы его уводите, он алименты отдает половину своего заработка, и у вас уже мужчина с низким доходом. Да, некачественный. Да. Хорошо, ладно. Ну, а что вот, есть что-нибудь такое в Америке, что если бы вам дали какую-то палочку волшебную, вы бы поменяли? Ну, вот кроме государственных детских садиков. Да, государственные детские садики и вообще... продленки, конечно, я бы сделала бесплатными. Также я бы решила проблему общественного транспорта, так как людям эта проблема добираться на работу. Ну, в больших городах есть, вот там где-нибудь и в Сан-Франциско, и в Нью-Йорке, там прекрасный общественный транспорт, и в общем... С деревень, с пригородов можно было добираться без проблем семейным людям, которые живут за... Ведь здесь с ребенком в Сан-Франциско жить не самое лучшее решение, так как много бездомных... Да. Ну, не самое лучшее. Не самое лучшее, да. Мало детских площадок, школы плохие в самом городе. Так и есть. Хорошие школы – это за городом. Это Ну, то есть вопросы такого транспорта – это серьезные вопросы. Да. Хорошо. А на вас как-то влияет, может быть, политическая жизнь? Вот вы, допустим, там с мамками, мамки обсуждают там выборы какие-нибудь? Нет, я не обсуждаю. Вы знаете, у меня даже телевизора нет. С меня все смеются. Так. Но у меня нет телевизора, потому что я посчитала, что он мне не нужен. Так а что телевизор, когда все есть на интернете? Да. То есть тот же телевизор, там, если что-то надо, все есть. Ну, я политикой стараюсь не интересоваться, потому что столько много других хороших тем, познавательных тем. Политика ведь это не познавательно. Это... Наоборот, это способ поссориться с людьми. Это способ поссориться с людьми. А я с людьми ссориться не хочу, потому что я человек неконфликтный, я конфликты не люблю. Хорошо. Ну что же. Так, может быть, какое-то напутствие нашим зрителям? Конечно, приезжайте, так. Разберетесь, обживетесь, так. Выучитесь, найдете работу, все будет хорошо. Главное иметь позитивный настрой и хотеть здесь жить и быть готовым интегрироваться в среду. Хорошо, тогда может быть такой вопрос еще вдогонку. С точки зрения очень не только времени в дороге, но вот в частности цен на жилье. У вас нет такой мысли, что вот ну я тут поживу, там поработаю, немножко опыта наберусь и махну куда-нибудь еще. Вот где подешевле, где можно пойти купить дом, там новый, просторный, там и работа рядом, и все есть, и так далее. Да, есть такие мысли. А куда бы вы поехали, если так?
я бы попробовала, может быть, во Флориду, Северную Каролину, может быть, Техас. Я бы попутешествовала. Теплые места. Интересно. Да, теплые места. Uh-huh. Я не люблю холод. Uh-huh. А, да, цены здесь, конечно, неадекватны. Здравому смыслу вообще не поддаются. Да. А вот там, где вы работали UI-девелопером, да. Значит, там ребята, они как вот в этом плане, все рендуют? Или там есть такие богатые какие-нибудь программисты? В основном из них семейные люди, и я как-то у них не спрашивала, если uh-huh. честно. Да, все были мужчины в нашей команде, uh-huh. одна я женщина, они как-то... Но не приставали? Нет, нет, они все семейные, все очень взрослые. То есть никакого внимания нет с них? Нет, слава богу, в Америке здесь нет такого, что на работе к тебе будут приставать или какие-то взгляды на тебя неоднозначные кидать или фразы. А вот по Днепропетровску идешь, там как? Вот вы приехали в Днепр, да, сейчас называется? В Днепр приехали и идете так по главной площади там с оркестром. Ну, есть какое-то внимание? Ну, вы знаете, что у нас женщины-то красавицы, и мужчины уже привыкли к красоте, что так. Очень одеваются ярко и красиво. А сами-то они подтягиваются или ходят черти в чем? Кто как. Так. Ну, в массе мужчины очень расслаблены. Так, избалованы вы. Избалованные, да, красотой. Так, ну и чего? Ну, не пристают? Нет, не приставали, слава богу. Ну, знакомиться, конечно, подходили, но... Прилично. Прилично, да. Все в рамках приличия. А вы ему сразу по-английски? Там подходит, там девушка вы по-английски. Да, можно попробовать шокировать да. мужчину. Ну, хорошо. Ладно, давайте мы тогда вас отпустим, но только на время. Потому что, значит, мы в ответе за тех, кого приручаем, а мы уже, значит, приручили какое-то количество зрителей. А если кто-то познакомиться хочет, можно познакомиться? Вы открыты к знакомству? Нет, у меня есть парень. А-а-а. Вы что? Откуда? Девелопер. Девелопер? Конечно. Я понял, вы говорили про девелопер. Я думал, что это вот тот же самый, что вы когда-то познакомились. Я понял. Все, значит, тот трак водит, а этот девелопер. Все схвачено. Все схвачено. Ну, конечно, что... Действительно. Так вот, значит, все, друзья, не знакомимся. Но вы все равно на комментарии отвечайте. И мы будем за вами посматривать на предмет, как дальше пойдет. Хотя я думаю, что должно быть все совершенно замечательно. Но вы подкапливаете впечатления, записываете там себе где-нибудь в электронном формате. И мы потом будем так садиться и рассказывать. Хорошо. Вот. И еще в группе. У вас большая группа, там полно девчонок симпатичных. Да, вы знаете, у меня друзья и у моего парня девелоперы, очень много одиноких парней, и они уже интересовались у меня, что там, есть ли новоприбывшие красавицы? Ну, есть. Ну, у нас нет такого вот. Правда, у нас, правда, вот как смотришь там... Мальчишки. У вас много мальчиков, да, но как смотришь, так что такое, раз замужем. Да. Да. Поэтому пишите... Михаилу, девушки-красавицы. Так, я о другом. Вы это самое там распространите слух, пусть они приходят, тоже расскажут. Хорошо. Да. Значит, без всяких шуток и преувеличений я могу сказать, что есть совершенно четкая корреляция, если вы знаете это слово. Кто не знает, друзья, у нас сейчас все на Ютубе, там на Гугле, там все могут поискать. Значит, есть совершенно четкая корреляция между тем, насколько человек легко идет, вот, скажем, на то, чтобы сниматься где-нибудь на видео, там, на публике быть и так далее, и тем, как он работу находит. На самом деле, это довольно очевидная и простая связь. Если он жмется, если он такой, сякой, скованный и так далее, ему сложнее проходить интервью, конечно, и так далее. Но, в общем, вот так. Не то, что он пришел, а я ему, там, знаете, подкину десятку где-нибудь, там нет. Вот, я так не умею. Но как черта характера, вот эта открытость, тогда это очень неплохо. Потом берешь на себя обязательства, вот сколько народу вас знает, все вас увидели, правильно? И потом вы еще долго будут спрашивать, а вот там была девушка вот из Днепра с бойфрендом, программистом. Да? Вот, сказать, как она? Вот, поэтому, а вы уже должны ответ держать. Хорошо? Можно я кое-что замечу? Заметьте. Да, вот вы сейчас сказали, что многие люди жмутся, стесняются. Да. Для этого есть в колледжах, в комьюнити-колледже, можно взять speech class. Это public speaking. Я брала это. Реально помогает?
Ну, вот, меня английский хороший, да. И, в принципе, мне не нужно было, я взяла ради интереса. Но со мной ходили в группу люди, которые вот боятся на интервью говорить, очень замкнуты, скованы. И этот, вы видели класс, прогресс? Да, я видела прогресс в начале семестра и в конце семестра, как они уже выступали. То есть у меня с этим проблем нет, но люди, которые имеют проблемы, им очень помог этот курс в колледже. Как интересно. Да. Ну что же, хорошо, хорошо. Я вижу часто людей, у которых какие-то прорывы происходят. В частности, вот моя жена, например, которая никогда бы в жизни не вышла вот так на публику что-то рассказывать, а сейчас она стримы ведет. И эти стримы она стала вести тогда, когда она поверила, что может потерять вес, похудеть. Когда она стала терять вес, она сказала, ну если я это могу, так я, наверное, и еще что-то могу. То есть она верила, что она этого не может, этого не может, этого не может. Когда ты начинаешь отбрасывать эту всю шелуху, ты это можешь, и это можешь, и это можешь. То есть как только ты в себя поверил. То есть вот какое-то преодоление, оно позволяет тебе больше преодолевать, потому что начинаешь верить в свою способность преодолевать. Толчок дает. Толчок дает, да, совершенно. Друзья, я невольно и с сожалением расстаюсь с нашей гостьей. Вот. Но я знаю, что мы еще встретимся. Обязательно. Давай. Счастливо. До свидания.